Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я больше чем уверен, что вы точно так же, как и я, сейчас боретесь за то, чтобы своим кланом получить 50 ТП прототип, либо что-нибудь другое из магазина. И многие задавались вопросом по поводу того, а успеем ли мы это сделать. С чем был связан вопрос? Вопрос был связан со следующим. Если вы не в курсе, то тогда для вас будет новостью, а если в курсе, то тогда понимаете, о чем я говорю. Есть вот эти вот клановые боевые задачи, за которые нам будут давать по 10 боевых трофеев за каждый из 10 уровней. Вот эти вот боевые трофеи, в отличие от тех, которые вы получаете за выполнение клановых боевых задач, вы сможете получить только тогда, когда эти клановые боевые задачи обновятся. Происходит это в понедельник в 14:00 по CEST. Что касается того, что отсюда можно забрать, давайте представим себе, что клан ваш выполняет полностью все боевые задачи. Соответственно, вы, как игрок клана, если выполняете минимум 7 боевых задач, заберете отсюда потенциально 100 боевых вот этих вот трофеев, которые нам необходимы для того, чтобы забрать танки. Событие заканчивается, если верить той новости, которую выкладывали разработчики, 18 числа в понедельник в 14:00. Давайте эту информацию перепроверим, когда проходит клановый вызов. Клановый вызов проходит по 18 сентября 14:00 CEST. То есть получается, что в понедельник в 14:00 данное игровое событие закончится, но при этом только в 14:00 18 сентября будут обновлены клановые боевые задачи, и, соответственно, вы теоретически получите себе вот эти вот боевые трофеи. Также очень сильно всех начало смущать то, что разработчики изначально прописали, что они останутся, эти боевые трофеи, у вас в хранилище, если вы не успеете их использовать. Ну и я, честно говоря, тоже начал думать по поводу того, что а не получится ли так, что 18 числа в 14:00 по CEST данное игровое событие закончится, машины из ангара, которые, господи, из ангара, из магазина, которые там сейчас стоят, пропадут ровно в 14:00, и нам просто начислят наши боевые трофеи, которые в будущем мы сможем куда-нибудь использовать. Так вот, ребят, я, недолго думая, решил попереписываться с разработчиками и задал им следующий вопрос. Вопрос звучал так. Добрый день, сколько пробудут танки события клановый вызов, 50 ТП прототип или супер Hellcat в магазине? Событие заканчивается 18.09.23 года в 14:00 по CEST, ровно тогда, когда обновляются клановые боевые задачи. Выходит, те боевые трофеи, которые игроки получат, должны получить в этот день за выполнение кланом 10 уровней прогресса, им не светят, как это было с ретротопией. Ну и дальше по тексту, я думаю, прочитать можете самостоятельно. С ретротопией был точно такой же прикол. И в тот день, когда ретротопия заканчивалась, должны были начислить 320 киткоинов каждому игроку клана, если все 10 уровней были закрыты. Но этого не произошло. Вот такой вот был косяк, и его не скроешь. Мне дали следующий ответ. Здравствуйте. Касательно, танки в магазине будут дольше, чем до 14:00 по CEST 18.09.23, конкретные сроки нами не разглашаются, но вы успеете приобрести наборы. Настоятельно рекомендуем приобрести технику сразу после получения клановых наград. Ну и что же касается ретротопии, дальше дают свое пояснение, которое мне, честно говоря, не сильно понятно, почему 320 киткоинов нельзя было начислить и дать игрокам хотя бы 1 час времени на то, чтобы ими воспользоваться и, возможно, допрокачать какой-нибудь танчик или открыть регрессора, допустим, если кто-то пытался это сделать. Ну ладно, бог с ним, с ретротопией. Я-то, в принципе, понимаю, что такой, знаете, ответ вроде бы и вашим, а в то же время и нашим, и никакой конкретики, поэтому задаю уточняющий вопрос. Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, после 14:00 по CEST 18.09.23 я еще буду иметь возможность приобрести танки, указанные в магазине за боевые трофеи, которые я получу за вторую неделю ивента. Недельный прогресс клана, 10 трофеев за каждый этап. По моим подсчетам, если клан закроет, дальше по тексту говорю по поводу того, что я могу получить потенциально за 2 недели 200 боевых трофеев. И эти трофеи я смогу использовать после 14:00 по CEST на покупку, допустим, там 50 ТП прототип, который не пропадет в 14:00 и будет там хоть какое-то время. То есть, ну, правильно я все понимаю или нет? И вот он главный ответ, которого мы все ждали. Все верно, наборы будут в магазине после завершения события. Жирная точка, которая меня лично радует, а точнее жирный восклицательный знак. Ребят,
Все продолжайте спокойно играть, проходите клановый ивент, заберите себе 50 ТП прототип. Параллельно с тем я хотел бы от всего сердца поблагодарить свой клан за великолепные результаты. По состоянию на сегодняшний день мы уже находимся на 7-м этапе, сделали более 1000 медалей. Все большие красавчики, все крутые молодцы. Всем побед, всем мира, ну и в данном случае уж точно обязательно спокойствие. Пока-пока.